Всем привет, автоателье Курус Голд, Нижний Новгород. Сегодня у нас 22 июня, 24 год, и мы уже на новом рабочем месте. Идет отделка у меня тут. Готов только вот практически вот эта часть рабочая с инструментом. Ну и второй этаж, там у меня комната отдыха. Шикарный телевизор, окно, там за телевизором кухня с холодильником, диван, здесь диван, кальян, мальян, все дела. Так, первый автомобиль, который мы приняли, полгода ждал человек, никак не мог я принять раньше, потому что у меня тут еще отделка идет, но автомобиль будет в два этапа делаться. Сейчас мы сделаем шумоизоляцию и антикор внутри автомобиля со стороны салона. Ну и потом после переделок под охоту рыбалку автомобиль приедет уже на покраску. Автомобиль 23-го года выпуска. Абсолютно новый практически. Задача сделать шумоизоляцию полную. Поставить сигнализацию, чтобы замки работали. Обработать все скрытые полости антикором. Покажу, где предупредить болячки, которые случаются на Нивах. Я потом лечу их долго и тщательно. Но не всегда помогает на 100%. Вот, чтобы такого не случилось, надо автомобиль, когда покупаете, самостоятельно все обработать. Покажу все места, которые надо обработать. Дополнительно мы убираем вот эти рычаги, они звенят на ходу. Владелец попросил их обрезать и сделать тут заглушку декоративную. Ну и через втулки будут потом, крышку убираешь, рычаги вставляешь, когда понадобится понижайка и блокировки. Все это покажу, как делается. Ну и главное, покажу, как разбирается весь салон для самостоятельной шумоизоляции и обработки. Дополнительно здесь по задней части поставим розетку. Здесь будут собачки ездить, сиденье не будет ставиться. Вот. Собачки будут ездить. Поэтому никаких дополнительных элементов сюда нельзя устанавливать. Ни музыку, ничего. Собачки все сгрызут. По музыке. По музыке попробуем, если по бюджету уберемся, согласовывать еще надо будет. Поставим маленький какой-то усилитель, потому что звук здесь, естественно, говно. Вот эти динамики либо переставляем наверх, сюда ставим басовики, если будет усилитель. Если усилка не будет, то в любом случае вот это вот чудо переставляем наверх и заводим сюда все четыре в двери, все четыре канала заводим в двери. У нас будет зад, допустим, играть низ, и вперед будет играть верхнюю часть. Вот, если бюджет позволит, то поставим сюда вниз басовики, здесь будет компонентка. То есть басовик, среднечастотник, и сюда куда-то на стойку высокочастотник. Но это в комплекте с усилителем. И тогда уже будет звук более-менее адекватный по сравнению с тем, что сейчас есть. Так, начал я с двери. Прям буквально 2 минуты, и дверь разобрана. Разбирается она легко достаточно. Очень даже легко, я бы сказал. Убираем заглушки. Они выглядят вот таким образом. Аккуратненько, острой какой-нибудь отверточкой, тонкой. Подковыриваем
так, чтобы не царапать ни саму заглушку, ни этот. Единственные вазовцы, мудаки, не сделали отлив, так, чтобы действительно не царапать. Но вынимается достаточно плотно сидит, поэтому вынимается не очень просто и без повреждений заглушки либо панели. Ну, невозможно. Там приходится усилие прикладывать, и пластик, естественно, мнется. Так, убираем 4 заглушки. Выкручиваем саморезики. Здесь 2 саморезика убираем от треугольничка. Чуть у меня все валится из рук. Выкручиваем, убираем. Дальше ручка дверная. Она с заглушкой. Здесь уже молодцы, продумали. Вот у нас отлив тут есть в ручке. И поэтому здесь плоской отверткой поддеваем. Внутри 2 винта. Вы их никак при установке не перепутаете. Один длинный, другой покороче. Дальше выкручиваем кнопку блокировки двери. Просто откручиваем против часовой стрелки. Думаю, сообразите. Так, ну и остается у нас, если динамик не стоит у вас, если стоит, естественно, откручивайте 4 самореза под решеткой. Они у вас спрятаны под защитной решеткой. Ну и снизу 4 саморезика. А вот здесь вот под карманом 3 саморезика. Вы их тоже никак не перепутаете. Они по длине разные с верхними. Они по длине 3 штуки. И при установке назад вы их никак не перепутаете с верхним. Шикарная шумоизоляция и гидроизоляция на двери. Заводская. Я не знаю, что это за изолента. Ну, я думаю, понятно на примере. Это у нас липучка из детства, которой панельные дома, швы между панелями прокладывали. До сих пор, видимо, не могут реализовать того, что налепили в советские времена. И теперь в производстве автомобилей это говно используют ненужное. Для чего? Вот скажите мне. Вот они заклеили болты. Болты и... Ну вот пластик вообще. Ну ладно, хрен с ним. Допустим, мы болты спрятали от того, чтобы они не гнили. Опять же, снаружи. А пластик зачем? Ему ни хрена ничего не будет. Короче, вот такая вот пылезащита. Шикарная тоже. Сейчас я ее сниму, наглядно покажу. Так, подальше. Отодвину по факту, прям онлайн покажу, что там у нас. Панельку пока уберем. Самому интересно. Раньше был целлофан, но в принципе во всех автомобилях, даже на иномарках, на стареньких. Да какие старенькие. Я, по-моему, этот крузаки разбирал. Такое говнище. Здесь даже еще лучше. Это не какой-то там дешевый целлофан, как на крузаках 200-х. Вот, на прадиках. А здесь хотя бы, блин, ну, хоть что-то крепкое, которое не рвется. Так, ну вот, расчехлил я. Здесь, кстати, отверстие под 16-й динамик. Так что если у вас 13-й, как вот здесь стоит, можно смело убирать и ставить, вырезать в панели под 16-й динамик. Надо будет стеклоподъемник еще опустить, посмотреть. Да, кстати, здесь сыро. Я не знаю, откуда вода. Охренеть можно. Так, ладно, разберемся. На заводе, видимо, каким-то шлаком
обработали. А, ну это понятно. Это мовиль у нас, который надо будет очень хорошо отмыть, иначе у нас шумка не прилипнет. Смотрите, здесь шумка гораздо лучше, чем на иномарках. Здесь хотя бы какой-то лист прям до верха, до усилителя приклеен. На иномарках вообще нефольгированный гудрон наплавляемый приклеивают и все. Здесь под усилителями то же самое, я смотрю. Да, здесь уже мягкая штучка. Ну, что я вам могу сказать? Гораздо лучше, чем на иномарках сделано. Тут хотя бы под усилителями есть мягкая штучка, чтобы они не звенели, не гремели. Вот. Плюс вот этот вот вибруха гораздо лучше, чем на иномарках. Так, ну, смотрите, здесь раньше не стояли вот эти вот резиночки. Теперь есть и направляйка, которая блокирует дверь. Тоже с этой гофрочкой, с гондончиком. Не знаю для чего, но она стоит. Дверь, в принципе, в целом в нормальном состоянии. Я имею в виду заводском. Более-менее продумано по сравнению с предыдущими версиями Нивы. Видите пыль, да? Я вам показываю. Машина абсолютно новая. Что происходит у нас? Необработанные двери. Вот через тот уплотнитель наружный, вот эту резинку, затекает вода. В любом случае, она не обязательно там, не обращайте внимания, что это наша русская машина. На иномарках то же самое происходит. Вода затекает через уплотнитель. Она должна стекать вот по этой стенке наружной. И в сливные отверстия, вот они у нас. Их не видно. Ну вот они. Вот сливное отверстие, через которое на заводе мудаки задули вот эту жижу. Это у них обработка и называется. Эту жижу надо, естественно, наносить по всему низу, а не через отверстие. Дверь надо обязательно вскрывать. Здесь вот постепенно со временем, из-за того, что и влага, и еще и пыль задувается, влага с пылью смешивается. И здесь вот постоянно, вот на этой нише, она как раз горизонтальная, здесь скапливается грязь, которая никогда не сохнет. Из-за того, что толстый слой получается, он все больше и больше копится. То есть через сливные отверстия задувается пыль, а через верх вода. Смешивается, и получается, что у вас здесь постоянно влажная среда. Естественно, отшелушивается краска, и все, и пиздец. Я по-другому не скажу. Гниет дверь. Для того, чтобы это не случилось, обязательно вскрываем дверь и обрабатываем низ, хотя бы низ. Но лучше все стыки двух металлов, то есть наружного полотна и вот этого полотна, все тоже продувать. Шумовать будем сантиметра 2-3, оставляем зазорчики между металлами, вот это вот как раз двумя металлами, а туда жидким антикором, не вот этим говном, который от температуры пересыхает и потом не работает, это все смываем. Жидкий антикор, ой, бляха, сейчас я покажу, который мне понравился. Единственное, его что-то надо найти. Я еще не все... А, вот. Я их отдельно поставил. Смотрите, Defender покупал я на Озоне. Это не реклама. Покупайте вот этот вот под пистолет. А вот такой вот в аэрозоле. Очень хороший. Разбрызгивается очень хорошо. Не пересыхает. Я во всех работах своих использую данный бренд.
Поэтому могу смело советовать. Берите и не пожалеете. Так, что касается у нас сидений. Для сидений демонтажа нам понадобится вот такой вот торекс. Е10. Вот такая звездочка. Кто не знает, что такое торекс. Вот. Болтики сейчас покажу. Достаточно легко сиденье снимается. Здесь еще шайбочка идет. Гравер. Вот такой вот. Значит, порядок действий. Отодвигаем полностью сиденье вперед. Откручиваем два сзади винта. Сдвигаем сиденье назад полностью. Обязательно, чтобы защелкнулось. И откручиваем переднее. Все. Никаких проводов, как на иномарках, на сиденьях нет. Просто вынимаем. Все легко и просто. Так, после снятия сидений освобождаем от ремней салон. Вот это ответная часть ремня. Ее откручиваем. Снимаем аккуратненько с заглушки. Они легко снимаются. Берете съемник, либо отвертку плоскую, подковыриваете вот таким образом. И так, сейчас побольше прибавлю. Не понял. Не увеличивается что-то, зараза. Ну, короче, понятно, да? Раз заглушка, здесь два заглушка на самом ремне снизу. И здесь вот треугольничек вот такой. Его подковыриваете снизу и просто вверх выдавливаете, чтобы вот эти усы у вас с металла слезли. Все. Дальше берем на 19 головку, либо трещоточкой, либо пневмоинструментом, как у меня. Откручиваете 1, 2, 3, 4, 5 и 6. А заднее сиденье у вас на крыле здесь раз, и под вот здесь вот под пластиком второй. Это второй задний. А вру, еще вот наверху, наверное, вот отверстие, там тоже ремень крепится, направляйка. 6 болтов еще сзади откручиваем. Как сиденье снимается задние, хрен знает, но судя по тому, что вот два места обычно крепится. Видимо, крючок вот этот вот крепит. И вот здесь два винта. Не знаю, это уже заглушенные. Скорее всего, здесь уже поменены они, как и вот эти вот болты. Здесь винтик уже под крестовую отверточку. Но это заглушка, скорее всего. Так, ну, вроде все понятно. Освобождаем, и можно будет уже переходить к пластику. Так, ну чего, у нас снята безопасность. Единственное, что вот этот вот фиксатор ремня, он привязан проводком, который уходит под ковролин. Мы его потом снимем вместе с ковролином. Сейчас освобождаем пластик. Все легко, саморезики откручиваем, складываем обязательно все, все заглушки, все саморезики, которые выкручиваете, обязательно складывайте вот в такие, ну, в любые емкости, баночки. Да, ну и раскладывайте, допустим, как я делаю, чтобы не путать отдельно. Вот это я знаю, что это у меня баночка с дверьми. От дверей. И вот у меня все, что касается дверей, здесь лежит. Дальше безопасность. Все в отдельной баночке. Все заглушки, все болты крепежные. Левая часть, правая часть. Чтобы ничего не путать, все вот так же раскладывайте. И мне это не обязательно делать. Это я для вас положил, разложил. Так, чтобы вам было проще потом собирать. Я все это запоминаю и никогда не путаю местами.
Так, сейчас освобождаем пороги, вот эту заглушку в ногах, спереди, слева, справа. Освобождаем ковролин, потом откручиваем от ручника накладку и вот эту вот бороду над под ручками переключения. Все это откручиваем. Вот. Нам единственное, что я опустил специально стекло, посмотреть, какие динамики у нас влезут до стекла. Итак, покажу просто. Здесь вот у нас сейчас рулетку возьму, чтобы вам было проще ориентироваться. Те, кто будет без подиумов ставить динамики, вам глубину динамиков я как раз померяю, так чтобы без разбора знали глубину. Вот смотрите, от металла 4 сантиметра до стекла. То есть когда стекло пойдет вверх или вниз, максимальная глубина динамика магнита, ну, 3,5 делайте. Плюс у вас обшивка. Если у вас динамик глубокий, то придется уже на обшивку проставки какие-то делать. Снизу нет ограничений. Здесь глубина до металла 8 сантиметров. Так что максимально. Ну, здесь уже 16-е посадочное место есть. Вы можете сделать скрытую установку. То есть сюда привернуть динамик на нормальный металл. То есть у вас будет, ну, через, естественно, уплотнитель, у вас будет жестко сидеть. Сюда мы будем крепить басовик. А вот здесь вот уже динамик придется на обшивку. Единственное, что больше 13-го динамика, наверное, у вас ничего не влезет, потому что здесь крепеж направляек стеклоподъемника, поэтому их вырезать, естественно, нельзя. Либо на обшивку лепить какой-то подиум, но не вижу смысла. Кто-то ставит там двадцатки безумные. Смысла нет. Здесь басовик, здесь среднечастотник. Ну, либо сюда высокочастотник, либо выносить куда-то на стойки, на панель. У нас бюджетная установка, поэтому все будет на двери. Заведем сюда две пары акустических проводов. Вот не такого сечения, это можно на помойку сразу. Видно, что это уже было протянуто куда-то. И потом уже вот эти вот сопли с пизди волос подсоединили. Вот. Это, естественно, обрежем, заглушим и проведем новые две пары проводов хорошего сечения. Для басовика нам надо будет 12 ГА. На среднечастотник 16-х достаточно будет проводов. Вот. 2,5 и 1,5 квадрата, если в миллиметрах квадратных сечения. Так. Короче, все откручиваем, пластик, и переходим зад. Зад то же самое, начиная сверху. Откручиваем сначала стойку верхнюю, потом вот этот вот пластик, низ. Все заглушечки, так же как на дверях, убираем. Там саморезики все откручиваем. Ну и задняя часть, она будет последней. Сначала откручивается, естественно. Посмотрите просто, что на что накладывается. То есть здесь вы никак низ не снимете, пока не открутите вот эту планку и вот эту планку. Заднюю вы вот эту планку в этот пластик не открутите, пока не открутите переднюю часть в районе заднего сидения. То есть здесь саморезы, ну и под заглушками все. Так, пластик передний снят. Ну и самый секс — это вот это вот. Я прям аж вспотел вытащить.
Какой хрен, долбоебы. Сделали вот эту борду такую длинную, блин. Во-первых, эта вот херня верхняя, она несъемная. Вместе со всей панелью, блядь, снимается. Так эти дебилы взяли крепеж вот этой вот нижней части всей панели, вот этой бороды верхней. Сделали по бокам вот этой торпеды. Как это называется? Ой, короче, как откручивается. Вот раз, два, три, четыре. И по бокам она крепится к этой вот нижней части. Здесь вот сбоку. Дальше приподнимаете заднюю часть, отщелкиваете стеклоподъемники. Если они у вас есть, для этого подлазите отверточкой тонкой. Вот этот вот нажимаете, флажок, и выдергиваете. Здесь уже вон красная изолента, наверняка заводская. Здесь вот заглушка ручника. Ее откручиваем, и под ней как раз вот эта фишка, которая привязана к ремню безопасности. То есть это все отщелкиваем, вынимаем спокойно, и ремень, фиксатор убираем. Так, чтобы вот это потом вынуть, рычаги все в сторону багажника направляете максимально. Задираете полностью вот таким образом панель и начинаете потихоньку ее выдвигать. То есть в стандартном положении вот это вот отлив, он находится вот здесь вот. Вы ее сдвигаете полностью, потом вы упираетесь вот этим вот бордюрчиком в саму панель. Ну и дальше приложить усилие, это максимально вниз, эту панель вот так вот отгибаете физически вверх. Ну и по очереди сначала одну сторону освобождаете, потом вторую. Это пиздец, как неудобно. Ой, не предусмотрели, мудаки. Все остальное легко вроде снялось. У нас практически получается, что ковролин освобожден. Его можно будет снимать, но изначально, вернее предварительно, я сниму все задние панели. По боковушкам передним ничего сложного нету. Там есть заглушки и саморезики. Сейчас покажу. То есть левую часть мы сняли, в левую часть и кладем. Вот эти вот пистончики, они закручиваются, берете либо вот такой съемник, как раз он вот так вот вставляется, как отвертка, либо плоскую отвертку с одной стороны от болта. Ну, в принципе, я руками вообще пластиковую панель вдавливаете внутрь, этот освобождается и выкручивается легко достаточно. Вот. Еще есть вот такие пистончики. Они просто вставляются потом уже после того, как панель установите, привернете на саморезы. Ну, а снимается вместе с панелью, просто отщелкиваете. Так, немножко дезинформировал по поводу вот этих вот... Это пистоны оказались, а не заглушки. То есть сверху вот это вот три. Это у нас заглушки, как на дверях. А вот это вот стойка. Стойка и вот эта вот вся боковая крепежная гирлянда. Это у нас пистоны. Выглядят они вот таким образом. Сейчас открою крышечку. Вот
такие пистоны, у него верхняя шляпка, поддеваете либо плоской отверткой, либо съемником, как у меня, вот эти вот рогаточка металлическая. Сначала шляпку выдергиваем, и потом сам пистон. Все. Так, ну и, естественно, с ручки открывания багажника снимаем заглушку, она просто выдергивается движением от ручки в сторону салона. Задняя часть, единственный нюанс по отключению плафона и кнопки открывания двери. Выдавливаем обе части наружу из пластика, прямо вот, когда он здесь стоит, вот таким образом. Руку туда засовываете и плафон выдавливаете. Он, в принципе, должен выдавиться, но выдавливать надо со стороны крепежа. Выдавливаете его, вот он у нас зубами крепится к пластику, а с этой стороны фишка. Выдавливаете и фишку отстегиваете. Вот этот вот флажок нажимаете. И все вынимаете. То же самое фишку открывания. Не открывания, а концевик, короче, задней двери. Я так понимаю. Здесь просто вот эти два флажка нажимаем и вынимаем фишку. Ничего сложного нет. Все. Все у нас откручено. Вот таким образом выглядит опустошенный салон. Сейчас снимаем потолок и ковролин. Сложного, наверное, ничего нету. Если будут какие-то сложности, я обязательно... Так, бензобак у нас с абсорбером демонтированы. Снимается бензобак не сильно сложно. Крышку снимаете, тут 6 саморезов, которые сверху прям в кузов закручены и уже, наверное, ржавчину поймали. Это обрабатывается у нас перед сборкой. То есть спереди вот здесь 1, 2, 3, и вот здесь вот 1, 2, 3. 6 саморезов. Снимаем планку защитную. У нас бензобак. Бензобак откручиваем. 1, 2, 3, 4. 4 болта. Головка на 13. Вот здесь вот. Вот пустые дырки. Здесь закручено. Дальше отщелкиваем подачу. И обратку с двух сторон вот эти зелененькие пистончики нажимаем, сначала вперед и потом назад. Нажимаем с двух сторон, вперед вталкиваем и потом назад. Все, фишка легко снимается, вот эту вот отжимаем и снимаем. Ну и дальше остаются только трубки. Одна трубка, основная трубка, заливная горловина и абсорбер. Тут две трубки. Раз. Вторая трубка уже выходит в этот. Наружу, на улицу. Здесь она крепится на два винта. Вот здесь раз. Вон там два. Гаечки на 10. Все, откручиваете. Вот здесь крепится. И вынимаете целиком. Весь этот абсорбер. Бензобак также отсоединяем и от шлангов и вынимаем. Вот в таком состоянии у нас сейчас снятом. Так, с пола я убрал вибруху. Так, ну и хочу показать косяк прям. Машине год. Видите, что под вибрухой творится? Машине год. Год всего. Вот я тут вытер просто пыль с этой стороны, с водительской.
А вот грязь, которую, ну, след видно, серый, не крашеный, с двух сторон. Вот они, рыжики, уже появились. Так что не обольщайтесь и обязательно, обязательно, обязательно удаляйте нахер все вот эти резиновые затычки. Это прямо путь к гниению кузова. Эти затычки забиваются, я их сейчас покажу, грязью с обратной стороны. Получается, что они песка строят. Вот они как выглядят. Вот этот вот желобок, он забивается грязью. И об кузов трется, трется, трется. Ну, вы ногами еще елозите по ковролину. Естественно, эта пробка двигается, перетирает краску. И полный пиздец переключается. А вы же этого не видите под ковролином. Что там, глаза не засунешь, пока не снимешь. Поэтому настоятельно рекомендую после демонтажа ковролина, неважно, будете вы шумку делать, нет, обязательно удаляйте пробку, заклеивайте ее вот так же, как на заводе сделали вот эти вот дурики, вот такими маленькими кусочками, наплавляемой, хотя бы наплавляемой, но лучше, чтобы она была вот как вот этот вибрух, который я снял, подвижная. Тогда она максимально туда вдавится, будет на улице торчать. Естественно, предварительно надо будет все это обработать антикором, который тонкой пленочкой высохнет и будет держать влагу, отражать, так скажем. Так, ну, потолок я снял. Единственное, что вам может помешать, это инструмент. Из инструмента, чтобы ручки открутить, надо вот такой вот, такую звездочку. Т-30 называется. Звездочка такой, запасайтесь. Открывайте заглушки. Сейчас покажу их. Ручки сами. Ручки. На них заглушки стоят пластиковые. Их ножичком тонким или отверточкой тонкой подковыривайте аккуратно. Под ними вот как раз эти болты торкса. Сейчас я их покажу. Так, весь крепеж у меня. Да. Ну, короче, это, не знаю, никак не найду. Где-то они тут в куче. А, вот. Они вот такими черными выглядят, широкой шляпкой. Вот такие вот торксы. Их откручиваете, снимаете ручки. Дальше у вас крепежи солнцезащитных планок вот этих. Тут все просто. Три самореза. Выкручиваете, снимаете вместе с крючком. Дальше у вас вот такие вот пистоны. Как раз два запасных на полу валялось. Видимо, когда устанавливали, просрали. А с задней части раз, два, три. В центральной части раз, два. И, в принципе, наверное, все. Пять штук у вас должно быть. Дальше. Это у нас включение и выключение освещения. Здесь вот есть отверстие. Вот, раз, два. То есть она у нас вот таким образом стоит в потолке. Вот эти усы держатся за сам потолок. И вот здесь вот два самореза торчат. Саморезики. Чтобы открутить, нам понадобится снять вот эту планочку. Планочку со стороны рассеивателя
подковыриваем. Вот здесь вот два отлива. Это как раз наши защелочки. Их подковыриваем. Можно сзади, со стороны лобовухи. Все подковыриваем, снимаем и откручиваем. Дальше зеркало. Также на двух саморезах угловых. И вроде все. Все освободили? Да, хрен там не все. Еще стойки. Вот на стойках почему-то иномарочные нормальные пистоны. На дверях они не могли придумать, придурки. То же самое на центральных стойках, на средних. То же самое, такие же пистоны нормальные, иномарочные. Вот они. То есть все замечательно, а вот на дверях они поскупились, не могли сразу сделать нормальные пистончики. Все со стороны водителя и со стороны пассажира на дверях вот эти вот освобождаем резинки, потому что на вот этой вот резиночке держится потолок. Освобождаем немножко и вынимаем с одной стороны потолок вниз. Приложить усилия придется, потому что они вот на эту срань приклеены еще были. Вот. На самоклейке. Все, в принципе. Дальше аккуратненько вынимаем чистыми руками с двух сторон в два человека. И все будет замечательно. Ну, шумоизоляции вообще никакой нету. Голый металл и три усилителя. В кавычках усилителя. Хотя они приклеены к основному полотну, но все равно. Это, видите, как протяжно звучит. Это музыкальный инструмент. Это у нас крыло. А дверь у нас вообще погремушка. Так, день второй. Вчера вышкурил там, где была ржавчина. Перед уходом залил кислотой. Сейчас покажу ее. Сегодня пришел. Еще раз шкуранул то, что вылечилось. Продезинфицировал и двумя грунтами закрыл. Ну и сейчас вот только что уже конец рабочего дня. Задул все полости, которые мы будем покрывать шумоизоляцией. Все у нас покрыто антикором. Вот, сейчас покажу. Да, забыл, как показать, как задняя крышка снимается. Ну, тут все просто. Тут саморезы по периметру. Их просто откручиваете, и крышка у вас снимается. Ничего сложного нет. Так, антикор у нас вот такой. Мастер Вакс. Давно пользую. Его разбавляете сольвентом. Вот на две бутылки у меня ушло где-то 800... Да, вру. Наверное, 600 миллилитров. Плюс немного я продул пистолет после работы. Так, антисиликон. Я утром купил. АРПшный. 5-литровый. 2500 стоит. Так. Ну и вот рекомендую Грассовский преобразователь ржавчины. Очень понравилось, потому что... Перед этим я пользовал торговый дом «Химик». У меня уже бутылки не осталось. Вот. Ну, всякий покупал. Вот видите, у меня в коллекции и такой преобразователь лавровский. Есть вот такой вот Rainwell. Ну и цинкарь, естественно. У меня было много сварки. Вот вся конструкция второго этажа у меня. Вся мною сварена. И, естественно, металл был голый. Сейчас покажу.
даже ржавый, я бы сказал, был. Ну, вот уголок и вот профиль, вот видно на краях. Вот такой ржавый он был. Я его этим преобразователем обрызгал, не зачищая ничего. И на следующий день уже, ну, спустя сутки всегда, после того, как реакция пройдет, сними. Вот, все стало белым, местами черным. Вот, ну и прямо на... Ну, здесь я просто не парился, прямо на вот этот вот химический отработанный налет нанес уже краску алкидную. Так, здесь у нас все немножко по-другому. То есть я обработал, обезжирил, еще раз зашкурил и нанес вот два грунта. Грунт у меня грунт эмаль черная, вот такая Реафлекс, ну и на него уже эпоксидный грунт. Развел тут немножко, прямо кисточкой замазал. Вот, ну смотрите, сколько у меня пол ведра бумаги ушло для того, чтобы отмыть вот это вот говно, которое я вам показывал, заводское, прежде чем нанести антикор. Примерно двое суток, наверное, будет вставать, будет выветриваться сольвент и несущий разбавитель этого антикора. Ушло у меня вот на всю эту процедуру 2,5 литра с учетом того, что в каждый баллон я добавил где-то по 250, по 300 миллилитров сольвента. Ну, то есть 2,5 литра ушло, вот три двери, пол и арки с крыльями. Так, день третий. Пока у нас сохнет гудрончик наш, переделаем пока ручки. Для того, чтобы у нас они не торчали, во-первых. Во-вторых, чтобы они дребезжали, как говорит владелец. Вот. Переделка состоит в следующем. Сейчас я вот это вот все чехлы снял. Здесь контур весь, периметр, вернее, пролил антикором. Ручки тоже вместе с этими механизмами тоже облил антикором, эмелькой. Вот этой вот Defender эмель. Вот. И сейчас мы будем обрезать ручки. Ручки обрезаем прям вот, можете как точку отсчета отреза. Вот так вот линейку кладете металлическую и отрезаете. Так, линейка металлическая. Вот такой вот. Ну, хрен с ним. Давайте не линейку, можно пилку. Вот такую пилку взять. И потом болгарей отрезать. Вот так кладете. Вот это у вас будет уровень отреза. И тогда у вас ваши рычаги будут вровень вот с этой поверхностью. Так, у нас первая часть закатана в один слой. Значит, лайт, как я говорил, шумов лайт, он у нас пойдет только в двери и на потолок. Вот, пол. Тут даже в один слой металл очень такой звонкий. Поэтому здесь в два слоя положим этот джек. Вот, у нас получится 4 миллиметра толщина гудрона и 200 микрон фольги. Так, по музыке. Сейчас надо будет снять голову. Нашел голову, называется Prology Poseidon, топовая магнитола. Там усилитель встроенный D-класса,
4 по 95 ватт. Это очень мощный для головы. Все остальные на микросхемах идут усилители в магнитолах и выдают максимум там 15-16 ватт, хоть и написано 50. Так, по поводу ручек. Ручки я обрезал, естественно, все здесь вот промазал антикором, как и сами ручки внутри. Сверху залил грунт эмалью черной, так чтобы не было голого металла. И купил втулки. Блять, втулки 150 рублей стоит. 125, что ли, что-то такое. Бензин потратил с солярками на 500 рублей. Потому что одна втулка в одном магазине, другая в другом. На фотографиях, смотрите, это реактивные тяги втулки от классики. В общем, принцип вот такой будет. То есть вставляем, то есть вот эти вот очирыши, которые у нас остались, которые мы отрезали, привариваем к втулке, красим, естественно. И надо будет, если переключиться, мы просто вставляем, и у нас полноценная ручка получается. То же самое с этой. Вот таким вот образом. Не надо переключаний. Просто вынули и все. Вот. Ну и заглушка, естественно, на пластик будет красивая. Я думаю, сделаю под телефон, чтобы можно было телефон класть. Вот. Все будет красиво, эстетично. Сейчас снимаем магнитолу, проверяем по глубине. Если все good, значит, заказываем магнитолу. И продолжаем. Сейчас надо будет первым слоем закатать пол в ногах. И обязательно оставляйте вот эти технические отверстия, которые выходят в порог, в пороге, чтобы потом полноценно пролить, продуть внутренние пороги антикором жидким, который не будет пересыхать и будет всю влагу выталкивать от металла. Так, ну все, вроде. Так, буквально 30 секунд, и у нас магнитола снята. Вот такой вот огрызок стоит со спичную коробку глубиной. Так что те, кто хочет полноценную хорошую магнитолу поставить, спокойно можете ставить. Глубина здесь стандартная. Под большую магнитолу спокойно подойдет. Вот. А здесь у нас еврики и антенка. Так. Ну, из хороших магнитол, старых. Пионер 88, 80 советую. Ищите в продаже бэушек. Найдете и ставьте смело. Так, и у нас приехал комплект установочный для парков. Ой, какого, блин. Прицепа. Для прицепа. Для паркопа. Так. Кнопочка отдельная. Называется он вот таким образом. Заказывал на Озоне. Так, ну, шумка нижней части кузова закончена. Бак на фотографиях, посмотрите, там тоже проложено. Потом бак, на бак шумка. Пластина вот эта защитная. Она закатана блэкджеком. Вот таким вот. Этого один слой достаточно. Он 2,7 толщиной. Вот, это самый мощный такой виброизолятор. Вот, ну и шумка сверху. Так, в принципе, низ можно собирать. Там все готово, пол. Кладем ковролин на место, но перед тем, как ковролин задуваем в пороге, антикор жидкий, и потом уже кладем
ковролин, все крепежные отверстия проливаем тоже жидким антикором. И, в принципе, низ у нас готов. Его можно собирать. Ну и останется у нас потолок и двери задние и передние. Так, под капот я вывел уже в гофре провод для магнитолы и для холодильника. Здесь мы ставим два держателя предохранителей на 30 ампер. Это на магнитолу, она будет очень мощная, SD-классом. Внутри усилитель 4 по 95 номиналом. Вот. 30 ампер потребление максимальное. Ставим сюда 30 ампер. И холодильник 15-20 ампер. На холодильник у нас вот здесь вот будет розетка. Я уже показывал. Вот он выведен, провод. Так, ну а для магнитолы я вывел уже сюда. Штатный провод мы вообще использовать не будем. Возьмем корпус на минус. Здесь тоже на минус возьмем с корпуса. Вот, и в принципе питание у нас будет достаточно мощное. Гораздо мощнее, чем штатные. Так, потолок у нас почти готов. Два слоя вибрухи у нас закатано. Первый слой — это у нас Light, вот этот светленький. Ну и Black Joker вторым слоем. Теперь по крыше можно прыгать железобетонно. Жара 32 градуса, 2 июля. Две майки уже насквозь сырые. Кошмар. Работать крайне сложно. Можно в обморок упасть. Так, сейчас протираем обезжирочкой нашу виброху и будем клеить тот же комфорт шестерку. И восьмерку, не путаю, путаю я все время их. Короче, герметон сюда не пойдет, потому что очень маленькое расстояние между полотном вот этим и самой крышей. Очень маленький зазор, не так, как на иномарках. Поэтому, кроме комфорта, вот он у нас, ничего на крышу из шумоизоляции не уберется. Плюс у нас 4 миллиметра, почти 5 миллиметров у нас виброхи. В итоге целый сантиметр. Нам надо, чтобы комфорт убрался вот между этими усилителями. Потому что к усилителям вот в эти отверстия клипсы защелкиваются, крепежные. Да, короче, ни хрена больше ничего и не уберется сюда. Сейчас обезжириваем, клеим комфорт и собираем потолок. Да, и забыл сказать, что вывел я уже к прицепу провода. Выводятся они вот здесь вот. Здесь заглушечка. Вот так вот отверстие выглядит. Туда протяжку затаскиваем. И выводим сюда прямо к фишке. Вот у нас фишка, куда будем втыкать. Ну, а эти два провода — это у нас кнопка выключения питания на разъеме. Сам разъем, повторяю, будем встраивать в бампер. Так. Чтобы его пеньком никаким не снести. Так. Завершаем на сегодня с потолком и потом переходим к сборке. Да, еще забыл показать. Вот этим вот пистолетиком и вот этой жижей я задул
Defender Clear Oil. Я задул все пороги внутренней части. Плюс вот эти вот все крепежные болты. Все это антикором обработал, как и ручку. Она здесь тоже бывает, что гниет. Снег с ног падает и туда затекает. Ручка гнить начинает в основании. Вот все отверстия, которые я оставил для продува. Все туда максимально. Вот целая литровина ушла. Все вон на полу. Как я буду бетон заливать? Хрен знает. Короче, вон у меня видно, что все излишки. Все вытекло при учете того, что я, естественно, распылял на максимальном давлении. Здесь масляный пар такой стоял. Дымка масляная. Вот. Ну, теперь вроде все рассказал. Ковролин у нас на месте. Остается собрать потолок и будем переходить на нижнюю часть. Жопу полностью соберу. И потом будем заканчивать, затаскивать в двери для акустики провода. Акустику сейчас покажу. Так. Акустика у нас будет вот таким образом выглядеть. Это у нас будет басовик Дивбонс. Это у нас будет среднечастотник 13. И будут вот такие рупорные высокочастотники. Dynamic State Neo NT 7.2. Вот такая вот красота. Будет трехполоска, короче, спереди. Все. Ну, теперь вроде все. Ничего не забыл. Собираем потолок. Клеем, собираем. Так, двери у нас внутренняя часть зашумована. И в два слоя, естественно, как и потолок, и все остальное. Установлена сигналка. Новенькая. Так, и у нас остается сейчас протянуть провода акустические в двери. И можно будет уже подключать, да, ну, дошумовать, естественно, внешнюю часть. То же самое блэкджеком. Вот, и... Ну, или джеком. Посмотрим, что есть в наличии. Сюда под динамики проставочку надо будет. Двери сейчас мягко закрываются. Дубовые. Вот. Установим проставочки. Весь комплект я достал. Сейчас свету включу. Вот состав системы будет у нас. Вот такие вот басовики. LV65R4. Это у нас мачете Дивбонс. Вот, для них отдельно грили купили. Защитные, так чтобы можно было пинать ногой, не мнуться. Хорошие, добротные, металлические. Дальше серединка у нас будет с ватт. 50 ватт на канал. Будут играть через кроссы. Это серединка. И высокочастотник будет Dynamic State. Вот такой вот рупорный динамик. Все это будет крепиться на панели. Кроме басовиков. Басовики мы привернем к дверям. Так, по акустическим проводам у нас
Stinger и Kicks пойдет. Ну и на высокочастотник у нас Art Sound. Вот такой вот будет. Сечение. Это у нас 2,5 квадрата. Это полторашка. И, по-моему, единичка. Не помню уже. Ну, короче, хотя сомневаюсь, я слишком тонкий. Наверное, обе пары пойдут 16 кетч. Стинглерский. Шикарный. Так, ну, вроде все. Сегодня у нас работа за... А, да, голову еще не показал. Голова шикарная, вот такая вот топовая. Prology. Панелька, наверное, несъемная. Да. Все должно быть максимально красиво. Не только внешний вид, вот этот вот бронзовый такой, но и функционал. В комплекте здесь выходы, видимо, на усилок. Ну и на акустику выход. Пультик в комплекте. Вот такой вот. Ну, вроде все показал. На сегодня закончили. Завтра надо докупить вибрухи, колечки проставочные на басовики. И будем заканчивать с установкой. Так, последние подготовительные работы закончены. Отверстия сделаны, подогнаны. Много времени потратилось, чтобы все это подогнать, чтобы отверстия совпадали все, потому что здесь будет крепиться только решетки, здесь будет крепиться динамики на пластике, здесь будет крепиться динамик прямо в металл, вернее, не в металл, а кольцо, которое у нас приклеено. Вот здесь будет в районе крепежного отверстия под ручку. Здесь будет кроссовер, провод 16 гейдж будет заходить в кросс, и из кросса уже на среднечастотник и высокочастотник. Басовики у нас 12 гейдж, вот они, проводочки, они будут припаиваться к динамикам средних частот и высоких частот, тоже будет припаиваться. Вернее, высокочастотник там прикручивается. А вот к среднечастотнику припаяем провода 12-16-гичевые. Вот. И в 16 гич также пойдет от высокочастотника. Так, все у нас шумкой практически закончено. Останется только карты зашумить. Именно шумогасящий материал приклеить изнутри. Так, ну и на карты надо будет смонтировать вот эти колечки проставочные. Можно было бы и без них, было бы, наверное, симпатичнее, но так как у нас, я специально, видите, спустил стекло, у нас здесь динамик и среднечастотный упирается, и высокочастотник по глубине тоже не убирается. Пришлось пилить проставочки, и на них будем уже крепить сами динамики. Так, перед тем, как... Ой, тапочки слетели. Перед тем, как вибруху клеить, все технические отверстия я проклеил вот такой вот усиленный материал. Это фольга 0,5 миллиметра, полмиллиметра на клеющей основе. Вот так она выглядит. Максимально толстая виброизоляция. То есть
Это заменяет у нас как раз металл недостающий, который был в технических окнах там по низу. Здесь раз, два, три и четвертый еще. Так, раз, два, три, четыре. Пять окошек технических и одно оно осталось у нас под динамики. Вот, сейчас проводочки, которые у нас уходят в гофру, обмотаем антискрипом. И, в принципе, можно будет монтировать низкочастотный динамик. Его будем припаивать, естественно. Здесь у нас шумоизоляцию приклеим, вспененную резину, так, чтобы максимально плотно было. Не туда показываю, сам смотрю, а камера отвел. Так, вот сюда приклеиваем 5-миллиметровую вспененную резину, на него крепим динамик и уже на динамик восьмерку 8 миллиметров вспененную резину будем приклеивать на кромку. Сейчас покажу. Это для того, чтобы... Ну, она здесь есть уже. Здесь вот плотная такая резиновая прокладочка. Но у нас, чтобы не прилегал пластик на динамик, мы вот сюда еще одну. То есть после того, как привернем и уже поверху еще одну такую прокладочку толстую, 8-миллиметровую, приклеим. Для того, чтобы пластик у нас не стучал в динамик. Вот эти вот решеточки мы на клепочке закрепим прямо на пластик. То есть динамик будет к двери крепиться. Решетка будет на пластике. А среднечастотник и высокочастотник, это вот комплектный высокочастотник был со сватом. А мы будем ставить купольный. У него ширина излучения гораздо шире, чем у купольного динамика. Вот рупорный динамик, он шире играет, так как он у нас не на уровне ушей, глаз и всего остального. Нам надо, чтобы излучатель широко распространял высокие частоты, иначе пришлось бы ставить на стойку высокочастотник, чтобы услышать ЦЦЦ. Ну что, у нас все готово практически. Остается собрать двери. Я все динамики проверил. Все работает. У нас подключение среднечастотника и высокочастотника. Сюда надо будет... Ну, облудил, естественно, все концы. Низкочастотному динамику припаялся, здесь все соединил, заизолировал, и у нас вот такая вот красота получилась. Ну, как я и говорил, приклепал нижние решетки и через прокладочку, через проставочку. Вот так вот выглядит среднечастотник и высокочастотник. Дверка все на место встают. Остается их проклеить герметоном тонким. Нормальный сюда не лезет, ячеистый, а 15. Поэтому только 7 миллиметров сюда пойдет. Так, магнитола тоже на месте стоит уже. Я ее включал. Куча настроек. Надо будет программу скачать Prology, чтобы все через телефон установить, отрегулировать и сохранить пресет настройки. Вот. А так, в принципе, все. Так, у нас все готово к сборке. На высокочастотнике ставим вот такие вот рогаточки, потому что там прикручиваются они. Это мы припаиваем.
отверстие техническое закрыли карпетом на клейкой основе. Так, ну, максимально то, что я мог на эту карту, объясняю, что это такое. Это у нас Shumov Soft, тонкий, и он очень хорошо приминается, мягенький и максимально тонкий. Это шумоизолятор. А вот это вот шумогасящий материал герметон, он в себе как раз шумы и будет гасить остаточные, то что будет там резонанс металла с дороги, все шумы будет гасить. А плюс вокруг динамика получилось, и вот этот карман, где будет у нас работать кроссовер. Все остальное мы оклеиваем софтом пятеркой. Это единственное, что влазит между картой и дверью. Так, короче, припаиваем, прикручиваем и собираем двери. Все остальное у нас уже все на местах. То у нас все на месте. Дверки на месте. Сейчас включаем и проверяем, как что играет. Ну, вот таким образом магнитолка выглядит. Сейчас надо будет произвести все настройки. Часы поставить. Ну и плюс здесь радио плохо ловит. Надо бы Bluetooth подключить, а еще лучше флешку настроечную поставить. И потом все настройки я сделаю. Так, ну... Прием плохой здесь. В боксе у меня яма, даже интернет плохо работает. Так, не буду я мучить себя плохим звуком от радио. Так, ну чего, вроде все. Все играет, все поет. Осталось произвести настройки, и остается у нас еще по работе только сделать разъемчик. Сейчас мы его разметим и установим. Ну что, сегодня вторник, по-моему, 8 или 9 июля, 24-й год. Автомобиль у нас закончен, музыка стоит, шумка сделана, ручка обрезана, приварена, покрашена. Дополнительно ковролинчик вот такой на резиновой основе, так чтобы можно было мыть с высоким ворсом. Положили в багажник, так чтобы собачки, которые будут ездить на охоту, было комфортно находиться в багажнике. Ну и плюс ковер потом можно на мойке спокойно под давлением вымыть. Установлен, естественно, для фаркопа разъемчик. Вот здесь он выключается. Это у нас розеточка для холодильника, который тоже будет сзади. Так, музыка настроена, все поет, все замечательно. Трехполоска получилась. Серединка с высокочастотником через кросс. Это басовик у нас. Демонстрировать не буду, поверьте на слово, все поет замечательно. Так, теперь по поводу ручек. Ага, так, ручки. Так, ага, включился у меня. То есть понадобится в грязи где-то переключение, блокировка передач. Вот у нас свободный доступ. Берем ручку, одну или две, как хотите, как удобно будет, вставляем и спокойно переключаем. То же самое здесь, вперед, назад. Ну и вторая ручка тоже, она, наверное, не в таком исполнении длины, по-моему, здесь стоит. Да, вот так вот. Ну, короче, все переключается, все идеально работает.
Все покрашено, внутряночка обработана антикором, так чтобы от влажности не покрывался коррозией металл. Все, приехали, заглушечку положили, прижали. Она у вас никуда не денется, потому что там приделаны фиксаторы вот такие вот, которые вставляются в отверстие крепежные пластика. И никуда не денется. Ну и можно сюда спокойно. Телефон мой убирается. Самый большой, наверное. По диагонали. Легко убирается. Ну, вроде все рассказал, показал. Естественно, обработали все скрытые полости антикором. Больные места изнутри пролиты антикором. Здесь, здесь. Ну и кромка вся пролита тоже антикором. Вон она блестит вся. Все, багажник гнить не будет. Сейчас гоним машинку на мойку. Немножко она запылилась, стоя в гараже в работе. Ну и в субботу 13 июля прилетит из Екатеринбурга хозяин автомобиля, заберет и отправится назад во свояси. А на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Записываю специально для вас, чтобы вы знали, как все разбирается, устанавливается и обрабатывается. И мне будет приятно знать, что делаю я это не просто так и не зря. Всем добра, фортуны и бабла!